старинную икону «Христос Вседержитель», написанную в России, а история, которая, по оценкам специалистов, ведет свой отчет со второй половины XIX века, в торжественной обстановке передали брестские таможенники в фонд музея «Спасенные художественные ценности». Уникальный экспонат был конфискован в октябре прошлого года в пункте пропуска «Варшавский мост». Через границу икону пытался перевезти житель города Баранович, и если бы не слаженная и оперативная работа сотрудников таможенных органов, сегодня раритет уже мог находиться в частной коллекции за рубежом, и, возможно, больше его никто не увидел, однако возможность прикоснуться к частичке истории сегодня есть у каждого брестчанина. Икона не ушла за рубеж и не пропала, она осталась у нас в стране, будут приходить посетители в музей, будут любоваться ею, будут узнавать историю нашей страны, поэтому, конечно, хочется сегодня выразить слова большой благодарности сотрудникам Брестской таможни, которые добросовестно выполняют свою работу. А работы много, аналогичных случаев за последние 2 года немало. Сотрудниками Брестской таможни пресечено 29 попыток незаконного перемещения через границу предметов, представляющих историко-культурную ценность. Изъято свыше 460 изделий. В основном это ордена, медали, монеты и печатные старинные издания, возраст которых более 100 лет. Великая честь охранять экономические интересы страны, государство и безопасность. И, конечно же, стоять на страже интересов своей республики, препятствуя вывозу, незаконному вывозу исторических и культурных ценностей. Благодаря труду таможенников в Беларуси остаются сотни уникальных предметов, представляющих историко-культурную ценность. В фондах областного краеведческого музея находится более 170 тысяч музейных предметов, из которых около 10 тысяч экспонатов переданы Брестской таможней. Они находятся в разных экспозициях. Это иконопись, живопись, нумизматика, декоративно-прикладное искусство и другие. Если говорить об иконах, то у нас их более 3000, именно переданных Брестской таможней. Есть иконы и конца XVI века, и 17-го, 19-го, начала 20 века. В основном они представлены здесь, в экспозиции Музея спасенной художественной ценности, который является филиалом Брестского областного музея. Музей спасенной художественной ценности сегодня самый посещаемый из филиалов Брестского областного краеведческого музея. К слову, на мероприятии прозвучали первые мысли о расширении филиала.